Добрый вечер. Начнем. Ой, не успел. Тем не менее, есть великая эпоха, которую люди забыли, эпоха потерянного в четкой реке времени, когда свет и тень были переплетены, родились могучие герои, вместе с ними подняли. Блин. Молодые поколения назвали эту эру возрождения. Ну, посмотрим, в чем прикол этой игры. Типа, создатели мобы Mobile Legend Bang Bang сделали еще одну игру. И там те же герои. О боже, Тигрил не может перестать ворчать. Мы идем патрулировать на юг или нет? Его правила регулирования заставляют меня спать. Ха-ха, я модифицировал свою драгоценную губительную пушку прошлой ночью. Я не могу найти причину, чтобы не показать это. Верно, Тигрил до сих пор считает меня... Читает лекции своим рыцарем. Я должен пойти в Южный Империум Маниян один и посмотреть. Я докажу, что он недооценил меня. Ну, как обычно, у них пол теряется. То есть мужик может быть женщиной, а женщина мужиком и так далее. Ладно, посмотрим. Стоит вообще в это играть, не стоит. Лейла, которая тренировалась с Тигрилом и рыцарями Империи, как обычно, ушла патрулировать юг Манийской Империи. Все вокруг выглядело мирно, но чувствуется приближение скрытой тьмы. К несчастью, Тигрил и Лейла не знают, что будет дальше. Очевидно, что на юге нет ничего ненормального. Скучно. Тигрил слишком сильно переживает. Разве он не может расслабиться? О, Тигрил. Лейла, хватит быть такой непослушной. Ты все еще на задании. Соблюдение порядка является основным требованием, чтобы стать квалифицированным имперским воином. Вам нужно. Я понимаю, действительно делаю. Он будет читать мне лекции, пока не наступит ночь, если я не перебью его. Для такого героя, как я, это кусок пирога. Не будь серьезным. Давай, улыбнись. Я что-то слышу. Ах, мы окружены. Иди сюда, Лейла. Похоже, наши враги из ряда новичков. Подними свое оружие, покажи себя. Как говорится. Я ожидал чего-то более серьезного. Но ребятки оказались не очень. Вы можете получать энергию в бою, как только она заполнится, нужно будет использовать ульту. Ну да, похоже, как они решили сделать что-то наподобие всяких там, не знаю, как это называется. Idol Heroes и прочее. Вот это да, неплохо, Тигрил, дай 5. Фиг, он снова убрал мой прожектор. Берегите себя, за этим деревом прячется кто-то еще. Кто ты? Покажись. Богу! Прекрасный бой Богу! Циклоп. Богу! Циклоп очень заинтересован в вас, ребята. Могу я присоединиться к твоему приключению? Богу. Это совсем не приключение, это серьезная миссия. Подожди, рядом находятся другие посторонние. Теперь ты можешь следовать за нами. Не прилипай к нам. Понял, Богу. Ну, круто. Начать бой. Нас теперь трое. Офигенно, просто офигенно. Я ожидал чего-то более клевого. Ну, конечно, куда же им до моих любимых геймлофт, которые делают, блин, Dungeon Heroes Champion, где, блин, все трехмерное. Ты бегаешь, как полагается, как в мобе, только, блин, сражаешься по уровням. Ну, в общем, поприкольнее будет. Это как-то не очень. Это выглядит как-то, знаешь, убогенько. Ну, в принципе, моя знакомая старая, она так и говорила, что это... Фигня, короче. Mobile Legend изначально хорошая, а это, ну, такое себе. А мне тут советуют использовать ульту. Девочка в чулочках стреляет из пушечки. Ну да, я помню тебя, Лейла. Что случилось? Почему мы встретили так много посторонних? Смотри, перед нами леди Богу. Не важно, что вызвало все это. Всегда будут страдать те бедные души. Это было давно, Тигрил. О, Рафаэль. Рафаэль, что? Что ты сюда принесла? Что вообще произошло? Какая мадама. Тигрил, я получила сообщение от Бога. Серьезная катастрофа. Скоро постигнет земли рассвета. Вокруг нас скрывается неизвестная темная сила. Мы все знаем о верховном боге земли рассвета, о том, кто олицетворяет сотворение процветания. Властелин свет даровал жизнь на земле рассвета. Но пророчество гласит, мы потеряем все, что у нас было. Судный день выльет свой гнев, и наш мир сожжет все дотла. Сплетенное с грехами и хаосом, ужасающее существо разорвет сумерки на части и заманит этот мир в неизбежное разрушение. Это звучит очень плохо.
Не знаю, имеет ли это какое-либо отношение к исчезновению моего отца. Пусть свет сияет на нас. Я Тигрил не позволю этому случиться. Присоединяйтесь ко мне. Вместе мы разберемся со всем этим. Это также мой долг. Я могу исцелять ваши раны. Не могу дождаться начала нашего путешествия, малышка. Господи, они странные. Почему она его назвала малышка? Вернее, кого она назвала малышка? Может быть, она Лейлу назвала малышка? Но мне кажется, нет. Не Лейлу, а Тигрила. Давай, исцеляй наши раны. Красиво. Не, в каком-то смысле, конечно, симпатично. В том плане, что это выглядит, ну, как бы... По анимешному, что ли? Вот. Может, и подойдет. Осторожно! Я чувствую опасность! Ого! Что это за сила? Так называемый боевой инстинкт? Здорово! Что? Что это такое? Вау! Это редчайший алмазник! Кажется, он злится. Алмазники обычно миролюбивы. Я впервые вижу такого. Нужно обуздать его. Ну, давай попробуем. Ёшкин кот! Вот это создание. Ну давай. Фигач. Ого. Что это за сила? Она сбивает всех нас с ног. Недооценивайте разъяренного алмазника. Рафаэль, ты в порядке? Я в порядке. Священный свет, исцели моих союзников. Отлично. Так, что у нас со звуком, да все нормально? Да. Давай, девочка, стреляй. Время сиять. Ну-ка, циклопчик. Сделай что-нибудь. Тигрил, в бой! Как это? Лунная призма, дай мне силу. Примерно так. Ну что, мы его замочим или нет? Немножко осталось. Чувак, давай, помирай. Хорош. Ну, отлично. Четвертый уровень. Что-то мы получили. Ой, неинтересно. Мы выиграли. Я так устала. Даже не могу поднять свою пушку. Этот алмазник был явно чем-то околдован. Я сперва исцелю его. Ого! Огромная черепаха до сих пор одержима, но теперь словно чего-то боится. Верно. Мы должны узнать почему. И чё? Задание? Господи, чё ты тормозишь-то? Эй, чувак, у тебя все в порядке? Ну надо же, ты загрузился. Ладно, что там дальше? Герои. Ну да. А, вот галерея. Ёшкин кот, ну-ка посмотрим. Вау. Ну-ка. Прекрасно. А, история есть. Ух, нифига. А, ну это я помню. Да блин, слушайте, точно, я понял. Эта игра мне напоминает одну похожую. Я там тоже была история, ты заходишь. Ну, короче, блин, это копия. Чего-то я уже такое играл. Сейчас не вспомню, но я в такое играл. Короче, не. Ну да, и тут у нас есть вот этот, как у нас, Idol. Ну, короче, какая-то из этих игр была. Я сейчас не вспомню, какая именно, но, может быть, это эти самые, как их называются, Clone Evolution, там, где, блин, про клонов тоже, вот, типа, собираешь. Ну, где-то, короче, было такое, что, блин, ты собираешь героя, потом читаешь его историю, а во вкладке истории у тебя ждет приз, типа, за то, что ты его получил. Ну, не знаю, я так и не очень люблю. Можно, конечно, посмотреть, но... Скорее, недолго. Хм, Тигрил, ты раньше видел здесь так много бамбука? Не припомню. Слышишь? Это странно. О, неужели? Какая... Это что, панда? Это что, реально панда? Ребятки, это ж панда. Акай. А, ну да, точно, там же... Это что, Акай? Нет, не может быть. Он не может быть сейчас быть в Манийской империи. Все внимание, это не Акай, приготовиться к бою. А, ну я же говорю, точно, это очень напоминает, либо это были действительно клоуны, да, клон Evolution, либо это, сейчас скажу, была еще игра, как она называется, то ли Dungeon Rush, может быть, похоже.
Ну, короче, где-то было подобное. Ну, вот то, что, блин, героев захватили, это точно, ну, там, стандартно. Тебе захватили героев, а ты, типа, блин, их обратно возвращаешь. Но есть прикольные, например, есть Дисней, вот, сделали забавно. Ах, я его убила! И что же я наделала? Тише, Лейла, присмотрись, это не живое существо. Тигрил прав. Малышка, эта штука выглядит как порождение зла или злой клон. Не об этом ли пытался предупредить нас бог? Это клон? Он выглядит слишком реалистично. Мне так страшно, вдруг меня клонируют. Это событие чрезвычайной важности. Кто-то должен сообщить об этом в Манийскую империю. Ну окей, что мы там задание выполнили? Так, что у нас тут есть? А, ну понятно. Ну-ка, сейчас посмотрим. Улучшить снаряжение. Ой, да, это вот я вот прям вообще терпеть не могу. То есть тут всякие вот эти одеваешь, что-то потом улучшаешь. Вот. Ну, не знаю, это не выглядит как-то очень клево. То есть игра должна привлекать. Если она не привлекает, то это фигня. Вот, сегодня, короче, мы это как у нас, я со своей знакомой пообщался по поводу своего видения мира. Ну да, я понимаю, что наш мир несовершенен, не идеален, и как бы, в принципе, все, что в нем есть... Че там, умер, что ли, циклоп? Вот, то есть мир, который есть у нас, он действительно... Ну, его нельзя будет изменить. Вернее, наших людей просто не получится изменить, потому что, ну, как сказать... Так, ну-ка сейчас, подожди. Карта. А вот карта симпатичная. Злая тень. Да, карта клевая. Здоровая такая. Не, ну в принципе я могу оставить эту игру, конечно, но, блин, записывать ни прохождение, ничего еще прям, ну, не очень хочется. А может и буду. Не знаю. Что это? А, ну это части, понятно. Ладно. Задание. Давай что-нибудь посмотрим. О, отправить сердца трем друзьям. Ну, замечательно. Ой, тихо. Хотя нет, не очень прям. Прям не очень хочется. Блин, что-то слишком много всего такого, что мне не нравится. Давай попробуем замочить кого-то. Короче, такое себе удовольствие. Я ждал чего-то более интересного. Давай, женщина, вылечи нас. Если будет интересно какие-нибудь вещи, ну, например, блин, я записывал прохождение этого самого, ну, не прохождение, это уже геймплей, это как называется, игры, где они, этот геймлов сделал про зомби. Вот там интересно. Я там застрял на одном месте. Ого, появился другой клон. Клоны, горите в аду, я уничтожу всех клонов. Бальмонт? Такой глупый орк, как ты, даже не достоин того, чтобы стоять передо мной. Ха-ха-ха, ой, Тигрил, не смеши. Вождь демонов. Чё там у нас? Так, пошли как героям зайдем. Так. Так, давай-ка их немножко улучшаем. Даже я вижу какой-то баг, что... Ну, хотя уже не вижу, все нормально. Ладно, посмотрим. Давай посмотрим, что у нас там. Справимся мы с ним, не справимся. Давай, женщина, выстрели свои пушки. Дистрячим. Вылечи нас, девушка. Девушка-ангел, вылечи нас.
Я не сдамся, Тигр. Я восхищаюсь твоим боевым духом, но у меня нет на тебя времени. Давай, Тигр, замочи его. Невозможно! Меня убили! О, доступна новая функция. Пруд мечты, алтарь, что-то там. Ну, окей. Эй, почему он не исчез, как тот клон, которого мы встретили раньше? Ты глухой или тупенький? Я повторяю в тысячный раз, я не клон. У нас нет на это... Орк умный оказался. У нас нет на это времени. Орк, ты говоришь, что уже встречал клонов раньше? Те кровожадные клоны уничтожили мое племя, пока меня не было. Я разорву каждого из них. Тигрил, похоже, что клоны появляются и в других местах, они теперь повсюду. У нас мало сил, нужно вернуться обратно в Империю и собрать больше клонов. Ох, я устала. Хочется просто упасть на свою кровать. Не расслабляйся. Не следует недооценивать своих врагов. Нам нужно добраться до пруда мечты и показать свою преданность Лосиному Света. Бог поможет нам с воинами. Правда? Чем больше союзникам, тем лучше. Я наконец могу Ой, то есть я покажу им свою прекрасную злобную пушку. Чуть не спалилась. Пойдем со мной. Нам предстоит наведываться в это место в будущем. А, ну да, как обычно, тут сейчас будет всякое говнище. Тут еще, блин, у тебя уроки рисования какие-то ждут. Зайдите в события. Загрузка ресурсов. Пожалуйста, повторите попытку позже. Да что вы, нифига подобного. Ну понятно, тут вон. Задание для новичков, события. Ну, как обычно, тебя нагружают, чтобы ты вовлекся и не уходил. Ну ладно, что там? О, я прошел первую главу. Демоническое вторжение. После доложения обстановки Империи, Тигрил получил письмо от короля лунных эльфов. Доложение. Ну, не знаю, по-моему, такого слова нет. В письме говорилось, что орки и демоны крови наводняют зачарованный лес и храм Луны на грани разрушения. И, будучи союзником лунных эльфов, Империя послала подкрепление во главе с Тигрилом, чтобы спасти храм Луны. Лейла, не отставай. Нам некогда отдыхать. Нам нужно добраться до зачарованного леса сегодня. Я уже делаю все возможное. Ух. Тебе понятия не имеет, сколько весит моя губительная пушка? Богу, я вижу вход в заколдованный лес. Подожди, там кто-то впереди. Не нравится мне это. Орки наступают, приготовьтесь к битве. Понятно, что у нас тут еще есть? Храм пыли. Так. Компания. Пруд мечты. А что за храм пыли? Я понял. Ну, короче, не знаю, мне как-то это вот не особо радует. Я понимаю, конечно, все. Но я не знаю, мне как-то это не очень нравится. Mobile Legend еще вот куда не шло. Ну, вот это. Это прям как-то вот... Ну, как-то вот прям вот никак. Alucard, нифига себе. Чувак, ты кто такой? Посмотрим, короче, лучше потом на что-нибудь другое. Ладно, всем пока, до скорой встречи.